Всем салам! Только что мы приехали в технопарк. Наши ребята. Сказали полчаса подождать. Полчаса подождать? Что, где, на улице? На улице? На улице? Ребят, разворачиваемся. Сейчас вырастим, братан. Через лет 60. Да. Сейчас прорастаем уже. Да уже тебе 55, а? 54, братан. Ох! Молодец, братья. Все-таки зашли в технопарк. Через час только. Все измученные, все побегали. Точнее, я побегал. Кстати, я первый раз в технопарке. Давайте всем гонщикам салам дыгля. Давайте, раз, два, подожди. Раз, два, три, давайте. Прощайся с нами. Все, братан, давай, сейчас посмотрю, что будет. Все, не дергайся. Ой, я поехал. Не матись, ты че? Я, братан, че? Я глаза закрыл! Открой, ты че? Я же высоты боюсь, посмотри! Ха-ха-ха!
Да подожди, я глаза открою. Там футбольная площадка была. Остановите этот поезд. Да слов нет уже. Очкуй тебя. Не бойся, не бойся, там не страшное. А что за девчонки вот здесь? Они с тобой. Посмотри. Вниз, посмотри вниз. Вниз, посмотри. Эй, не матерись. Глаза открой. Вниз, посмотри вниз. Вниз, посмотри. Они тебя смотрят. Не пинайся только, не пинайся. Вниз, посмотри вниз. Вниз, посмотри вниз. Вниз, вниз, смотри, вниз. Да уйди, сейчас пнет оттуда. Вниз, посмотри, вниз. Че, как ощущение? Страшно, брат. Да вниз посмотри! Арка зула, арка, арка. Вниз посмотри! Глаза не закрывай! Доволен? Да, все хорошо. Главное, чтобы дети были довольны. Нет, ну сейчас главное приехать, покушать с ними, да? Еще поиграть дома. Нормально. А так мне самому понравилось. Особенно ты, это вообще место. Особенно, как они тебя, старика, загоняли, братан. Ну. Смотрите, без студио!
Все-таки приняли мы эстафету от аккорд-клуба. Сегодня благодарим партнеров. Это молодежное крыло политической партии «Республика», а также команда «Эврика». Да? Да. Также благодарим «Технодом», то, что они выделили нам площадку детскую на 2 часа. И мы передаем следующую эстафету «Тойота-клубу». «Тойота-клуб», встречайте эстафету. Сегодня был плодородный день там, или что? Тихо. Не, добавляйте я. Сегодня мы приняли акцию, эстафету от аккорд-клуба. Давай, начнем заново. Тихо. Я же нормально начал. Вот все, сегодня. Говори. Сегодня была проведена акция благотворительная. Подожди, сначала. Благотворительная акция. Не надо, не попавший кадр. Сегодня, да я забыл все опять. Сегодня все было, говорю. Сегодня было все. Сегодня мы посетили детский дом. Нет. Сегодня мы просветили.